Всем привет! Сегодня видео необычного формата у меня. Это не блоговое видео, как обычно я снимаю влоги про свои дни, про свою жизнь, про свой отдых и прочее. Сегодня видео будет информационное, то есть я поделюсь с вами тем, что узнала сама. Я давно уже смотрю канал, который называется «Школа влогеров». Там Вера Штукенце, классная девчонка, очень грамотная, очень умная, очень такая продвинутая. Что где-то, как-то она со всеми делится информацией, она учит блогеров, как, что, почему и почем. И я этот канал смотрела еще, у нее сейчас, по-моему, 145 тысяч подписчиков. А смотрела вообще, у нее было мало-мало, и вот сейчас ее после Нового года канал выстрелил. Какое-то видео стало вирусным, попало в просмотры, к ней начали подписываться люди, поэтому я за Веру очень рада. И тему этого видео, и вообще снять такое видео, натолкнула меня сама Вера. Смотря ее видео, я захотела снять тоже такое вот видео этого плана. Ну, о чем пойдет речь? Недавно на Ютубе ввели хэштеги, понятия, хэштеги знаете, да? Как в Инстаграме, решеточка, и слит напишется после решетки слово, допустим, решетка собачки, вам выдадут всех собачек, решетка прическа, вам выдадут прически. Раньше на Ютубе хэштеги также были, но они как-то были скрыты, они были не кликабельные. Сейчас хэштеги эти можно ставить в видео в своем. Во-первых, это можно их ставить в описании видео, в названии видео. И, по-моему, три хэштега становятся прямо перед названием видео, но хэштеги все кликабельные. То есть я сейчас начала тоже их проставлять. Я ставлю в названии, я ставлю в описании, я ставлю в теге. То есть в тегах пока что вроде бы они не кликабельные, но над этим еще работают. Ну, неважно. Дело в том, что эти хэштеги, это очень здорово. И вообще, кто ведет свой канал, обязательно, просто обязательно. Название. Старайтесь писать такое, что людей привлечь этим названием. Ну, не всегда получается, я знаю, я тоже там, ну, если у меня день, как день, ну, что там напишу, я не знаю, ну, что-то пишу. Обязательно пишите описание, обязательно, не игнорируйте вот это вот блог с описанием, хотя бы несколько слов, хотя бы там обязательно напишите, там подписывайтесь на мой канал, оставляйте ссылку своего канала, как я это делаю, там у меня второй канал есть, Елена Зверята, я пишу, подпишитесь на мой второй канал, то есть вот этот блог надо хотя бы чем-то заполнять, не обязательно, что вы прям все запишите, но он должен быть заполнен. И внизу теги, это тоже обязательно надо заполнять, не лениться, это по этим тегам вас находят другие люди, то есть человек набирает. Вот у вас канал, допустим, ну, пускай там парфюмерия, да, и вы в этих тегах пишете парфюмерия, духи, покупки, косметика, помада, лак, там теги заполнили. И человек, когда набирает, допустим, какая помада лучше, и ваше видео, он может увидеть, потому что у вас в тегах написано слово «помада», то есть YouTube будет поднимать ваше видео и рекомендовать ему посмотреть тоже ваше видео, поэтому теги не игнорируйте. Многие игнорируют, я просто захожу на канал и смотрю, там пусто, ничего не заполнила. Заполнять. Я вообще по максимуму, там можно 500 символов, я все 500 заполняю, ну там 498, ну что-то близко к этому. Ну, некоторые хотя бы половину напишите, хотя бы там 10-20 тегов напишите. Посмотрите, как это делают такие же каналы, которые с такой же тематикой, как и вы, но больше или крупнее каналы. Посмотрите, какие у них там теги, что у них там прописано. Посмотрите, что у них написано в описании, то есть это очень важно. Кстати, все это потихоньку я узнавала у Веры на канале. Она молодец. Она столько информации у нее на канале. Именно вот четко, как снимать такое-то видео. Там, что купить, какие-то там прибамбасы для камеры. То есть у нее все четко. Каждое видео информационное, полезное. Ну, она молодец. Вот некоторые, не расскажу, не покажу. Буду сам знать, с кем не поделюсь. У нее такого нет. Она наоборот, что знает, всем рассказывает. Итак, вернемся к хэштегам. Сейчас на Ютубе их ставить можно, они кликабельные, то есть ставите в описании, можно поставить, можно в названии поставить. То есть, допустим, вы сняли видео про покупки с фикс-прайса. Пишите хэштег фикс-прайс, хэштег покупки, хэштег новинки фикс-прайс.
Можно поставить до 15, но, как вот по веренным словам, она не советует сильно много заполнять этими хэштегами. Там, допустим, 5, 6, 7 достаточно. Но я смотрю, некоторые каналы прям уже по 15 штук и делают. Я не знаю, но вот я прислушаюсь к ее советам. То есть 5-6 хэштегов и достаточно. Теперь, как они работают? Допустим, у меня на канале это Елена Зверята «Морские свинки». Ну, там у меня «Морские свинки», «Шаншилла», все остальное. Я, допустим, ставлю тоже все это, хэштеги пишу себя на канале «Морские свинки», хэштег «Черепаха», хэштег «Шаншилла». Кто смотрит канал с такими же животными, как у меня, допустим, кто-то смотрит канал «Те же свинки-шоу», у нее будет в хэштегах стоять «Морские свинки». Кто-то посмотрел ее видео, нажимает на хэштег ее, на ее канале «Морские свинки», и YouTube переводит автоматически их ко мне на канал, реклама показывает моих морских свинок. То есть везде, где есть мое слово «морские свинки», они попадают друг к дружке. То есть они раз зашли ко мне, посмотрели мои видео, нажимают на слово «морские свинки», попадают еще на какой-то канал с морскими свинками. То есть и так они бродят по интернету, по ютубу, от этих морских свинок к другим морским свинкам, могут вернуться обратно ко мне. И вот такой круговорот. Ну, я думаю, я понятно объясняю. Также и вы, если вы там пишете что-то про свое, допустим, многодетная семья. Кстати, многодетная семья из Мариэл, привет. Вы пишете «многодетная семья» у себя. Хэштег «многодетная семья» без пробелов. Кто-то посмотрел ваше видео, нажал на это слово «многодетная семья», перешли на, вот я тоже смотрю, «дневник приемной мамы», пришли в «дневник приемной мамы», там посмотрели, там перешли тоже на другую многодетную семью. И так начинают вот эти вот каналы, где много деток, друг между дружкой вот соединяться и ходить. Люди будут от вас к другим, от других к вам. То есть у вас появятся подписчики. То есть вот это классная, классная очень функция, очень классная. Многие еще про это не знают, поэтому вот я вам так рассказала, что знала, то и рассказала. Пользуйтесь, смотрите, еще может что-то я не договорила, читайте, есть видео на эту тему на ютубе, я видела, уже стали появляться люди, порассказывают про эти хэштеги, но я рассказываю так, как я поняла, своими словами, легко и просто. Заходите к Штукенце на канал, Вера Штукенце, канал «Школа блогеров». И у нее, можете себе представить, 48 каналов. Она снимает видео вместе со своим молодым человеком. То есть у него каналы, там какие-то и совместные каналы. Но всего их 48. И на каждом канале разное количество подписчиков. Этот канал «Школа блогера» уже, блогеров существует много лет, но постепенно он рос. Она не накручивает себе подписчиков. Она не взаимками какими-то не занимается, ничем. Она просто снимает видео и терпеливо ждет, когда же какое-то видео выстрелит и приведет на ее канал людей. И вот так у нее каналы растут, то там она видосик какой-нибудь классный снимет. Хоба, она попала там в тренды, к ней пришло там сколько-то там тысяч подписчиков или там сотен, не знаю. Но вот потихоньку у нее каналы растут, но каждый канал с разной скоростью. Поэтому я подписана там еще на несколько каналов, есть у нее там слухи Ютуба, то есть тоже такой прикольный каналчик. Потом личные отношения, короче, есть канал. Но я, конечно, не на все 48 подписана, но на канал на 3-4, а может и 5 где-то я у нее подписана. Но в основном смотрю вот эту «Школу блогера». Мне очень нравится, как она вот все объясняет, как она такая толковая, все четко, ясно, понятно, чуть ли не на пальцах. Вот даже дурачку будет ясно. Вот такое видео сегодня в таком формате я вам сняла. Информационное для начинающих блогеров, для уже давно блогеров. Ну, может, кто-то и не знает этой информации. Потому что у меня в подписчиках такие же блогеры, как и я, в основном много их. Мы общаемся, как-то переписываемся, смотрим друг другу видео, поддерживаем друг друга. Вот с некоторыми прям хорошо общаемся. Дружно, любим друг друга. Так что вот так вот, все, рассказала. На этом я с вами попрощаюсь. Если вам понравилось это видео, ставьте. Никогда у меня не получается нормальная концовка. Я ее постоянно что-то путаю, куда ставить, куда жать. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. Жмите на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе всех событий. А я вас всех люблю. Всем пока. И до новых видео.